Боротьба із корупцією завдяки IT-технологіям. Спеціалісти кажуть, що державні реєстри, відкриті бази судових рішень, антикорупційні та ліцензійні реєстри, майданчик «Прозоро» – це справжня скринька Пандори. З'явився проєкт, який допоможе розібратися та проаналізувати всю цю інформацію, відслідкувати зв'язки і взаємодію між людьми та корупційні схеми. Про деталі роботи проєкту зараз будемо говорити з гостем нашої студії, учасником впровадження електронної демократії у державному процесі Михайлом Кашкіним. Добрий вечір нашому гостю. Розказуйте, що за проєкт, подробніше, тому що я теж не дуже знайома з особливостями. Проєкт називається «Папір». Вот, у него есть сайт публичный, доступный, называется askpapir.com. Вот, и на этом сайте мы сейчас собираем, публикуем и создаем постепенно инструменты анализа. Мы работаем как волонтерский проект, поэтому финансирование за какие-то за свои личные средства происходит сейчас. Вот, но нам помогают там инкубаторы, мы сейчас в них участвуем, некоторые органы власти выступают партнерами этого проекта. И мы, суть проекта в следующем, мы собираем данные публичных реестров, вот, обрабатываем их, очищаем от каких-то там дубликатов или какой-то, может быть, находим какие-то закономерности и объединяем в единую карточку как можно больше реестров, и эти карточки, они позволяют делать такой простой анализ без поиска, без изучения, ну, собственно, вручную для специалистов, для юристов, для владельцев компании, для бухгалтеров, вот, и позволяют увидеть, что вообще, какая компания из себя представляет. Допустим, одна из тех вопросов, которые сейчас стоит и которые мы создаем сейчас, в текущий момент, как бы такой инструмент мониторинга, это участие в Прозоро между компаниями, которые не только до этого были участвовали в тендерах, но еще, оказывается, у них есть какое-то длительное совместное взаимодействие. Я понимаю, что это может быть косвенный параметр, может быть, не очень такой явный, видимый, но, наверное, интересно узнать о том, что компании друг с другом давно работали, и эта компания все время выигрывает тендера. То есть это уже вопрос для анализа, для работы журналистов или волонтеров, каких-то активистов. Угу. Насколько я правильно поняла, там будут только юридические лица, не физические. Да? Это информация о компаниях, о фирмах, предприятиях и так далее. Да? Тут есть несколько таких скользких моментов. Да, физические лица являются большой частью и экономики, и, в общем-то, тоже взаимодействуют и с государством, и выполняют какие-то работы и так далее, но пока сейчас есть узкий момент, связанный с персональными данными. То есть, на самом деле, о физических лицах можно было извлекать гораздо больше информации, потому что люди, в общем-то, регистрируются в социальных сетях, там о них есть информация и так далее. Но я понимаю, что, наверное, еще не все готовы просто. Но есть, конечно, закон о защите, да? Ну, во-первых, есть законы, да. А во-вторых, скажем так, есть действительность, в которой мы находимся. Дело в том, что, допустим, человек, который зарегистрирован под именем, фамилием, ну, я имею в виду, как в Минюсте, как частный предприниматель, его адрес есть, можно очень просто сопоставить его с записью в социальных сетях, допустим, на сайтах работы и так далее. И этот анализ, на самом деле, делают люди разные. То есть, нужно, да, например, там, журналистам или... Смотрите, вот, допустим, когда человек приходит на работу, то мы сейчас сами уже вручную начинаем проверять о нем какую-то информацию, но мы не всю ее видим. И тем более не все знают, куда смотреть, в какие места. Если был бы какой-то сервис, который бы открывал всю личную информацию о людях, а на самом деле техническая возможность сейчас есть очень много всего узнать о человеке, то, мне кажется, это вызвало бы большие социальные возмущения. То есть не все готовы показывать о себе личную, очень личную информацию. Я хочу просто рассказать о том, как работают рекламные системы. Это очень связано с этим вопросом. Когда человек заходит на какой-то сайт,
то информацию о нем предлагается на специальной технической бирже. Это не какой-то не ручной процесс, это очень такие системы, с которыми очень много всего анализируют одновременно. И в автоматическом режиме они делают ставку на этого человека. Так вот, ставка делается на профайл человека. И профайл включает в себя интересы, доход. Это уже собрано, это косвенным образом. Это на какой сайт, когда он заходил, где, какую конкретно делал покупку и так далее. Я недавно видел новость, Facebook научился предсказывать о том, что женщина забеременеет за 2 месяца. То есть она, меняется ее поведение. Ну, она заходит на определенные сайты, там это анализируется, и Facebook потом предлагает просто того, вот подобную того, рекламу. Понимаете, это уже физиологический уровень. Оказывается, есть какой-то животный, ну, я не оскорбительно, наверное, произношу, есть какой-то процесс в поведении женщины меняется, тогда она, когда она готовит свой организм для того, чтобы принять решение о том, чтобы забеременеть. То есть, и это уже сейчас автоматическим образом определяется. Понимаете, и такие вещи – это очень личная информация. И правда в том, что на текущий момент она есть, она анализируется, но открыть ее, дать людям, чтобы они посмотрели на это все, ну, вы понимаете, это будет что-то такое, какое-то… Ну, да, уже много информации об этом, и все вот эти вот даты исследования, да, по поводу выборов Трампа, да, там, чем он пользовался. Безусловно, все это конкретный пример, да. Ну, все равно, вот, давайте вернемся к нашему, к вашему проекту. Если там информация о компании, то ведь будет известно, кто ее собственник, и кто, допустим, директор, там, руководитель. Это безусловно. И сейчас есть такой международный процесс, который курируется Transparency International. Вот, я тоже состою в такой комитете обсуждения этих вопросов. Это создание единого формата на открытие информации о владельцах бизнеса. То есть это будет единый формат по всему миру, вот, который будет публиковаться. То есть огромная проблема для мира – это коррупция. Отмываются деньги. Panama Papers, собственно, дала толчок для вот этих вещей. И у нас сейчас Минюст открывает эту информацию, вот, но открывает в каком-то своем виде. Создание стандартов – это значит создание инструментов автоматического анализа, каких-то извлечения данных и так далее. И вот эти вещи, они теперь будут стандартизированы между разными странами. То есть можно будет, допустим, узнать, что Вася Иванов, который не доплатил налоги, грубо говоря, в Украине, что он является еще владельцем на каких-то офшорах или где-то еще. Вот, то есть, безусловно, я участвую в этом процессе, я за ним наблюдаю, и как только Минюст откроет эту информацию в полном объеме, она, безусловно, и у нас появится. Сейчас, ну, к сожалению, тут есть такой процесс, не всем открывают они информацию. Не всем или не всю? Не всем. Не всем. Понимаете? То есть, что нужно, кем нужно быть, чтобы эту информацию получить? Вот это вопрос получить? Меня тоже интересует. А, то есть вы не знаете, но это не имеется в виду там взлом, да, это нет, официальное наоборот. Открытие, но не всем. Есть, да? Вот, ну, у нас есть такой, скажем так, вопрос, который можно назвать как коррупция в открытых данных в Украине. Вот, и сейчас обсуждается он разными людьми. Вот, просто не все равны. То есть кому-то открывается, кому-то не очень. У нас открывались петиции, люди пытались писать, говорили, давайте полную информацию о владельцах. Вот, но сейчас Минюст как бы не всем ее дает. А тенденция движется к тому, чтобы раскрывать больше и всем, или наоборот закрывает тенденция у государственных органов? Наши государственные органы... вот. Я имею в виду, они становятся открытие, или они открытие закрываются? Да. Я знаю, ну, то есть, точно не помню, какую конкретно позицию Украина занимает, но есть... тоже Transparency International,
анализируют степень открытости государств. Да. Вот. И это тоже влияет на бизнес, ну, на многие другие показатели. И Украина за последний год, по-моему, на 4 пункта выросла в этом рейтинге. То есть мы делаем прогресс, он не маленький, мы находимся не в хвосте. 4 пункта – это не маленький? Ну, скажем, по сравнению с другими странами, мы поднялись куда-то выше. Но мы же были намного закрытие. Вы представляете, насколько мы закрытие, чем там, страны Европы, там, Швейцария, например. Не все так просто. На самом деле, Украина опережает в некоторых вопросах и страны Европы тоже. Да вы что? Я конкретный пример даю. Система тендеров Прозора, которую вот мы упомянули в начале, это сейчас лучшая реализация во всем мире. Она рекомендована Мировым банком. Угу. Мотивация очень простая. Мы вам даем деньги, вы, пожалуйста, их не разворовывайте. Вот. И Украина сделала стандарт открытых торгов. И реализация этого стандарта, она, ну, не использую слово референсное, то есть это рекомендуемое, и все ориентируйтесь на нее. То есть это самая высокая похвала. И Прозора получила главный приз в, я не помню, год или два назад, я просто не участвовал, я по Википедии точно так же общался с этими людьми, они очень... гордятся этими достижениями. Украина открыла данные о своих закупках. А в Европе, на секундочку, еще не везде отошли от газетных анонсов. Угу. Вот. Ну, хорошо, если это так, хорошо, что хоть в этом. Ваша цель, цель этого проекта – это борьба с коррупцией? Или что? Я тут более прагматично смотрю на всю эту ситуацию. Дело в том, что победить всю коррупцию бессмысленно. Ну, то это невозможно, наверное, никак. Дело в том, что небольшой уровень коррупции на самом деле помогает стране развиваться быстрее. Потому что одно дело, ты официально идешь по всем инстанциям, другое дело, ну, задача бизнеса это вообще-то не следовать инструкциям, да, а работать, ну, создавать добавленную стоимость и так далее. Вот. Я хочу сделать это чуть более прозрачным, то есть и чуть меньше, чтобы ее было, но... Я думаю, что основная цель, именно как волонтерской части этого всего, это сделать бизнес в Украине более прозрачным, и это даст возможности привлекать инвестиции. Uh-huh. То есть мы, ну, если я реализую свою вот эту систему, я понимаю, что это может быть очень амбициозно звучит, но если мы сделаем, мы ее выведем и начнут ею пользоваться так, как мы предполагаем, то я думаю, что взаимодействие компаний с государством, компаний друг с другом, оно просто станет настолько прозрачным, что сюда можно будет вводить любые инвестиции, что будет понятно, что они будут участвовать в процессах. Вот, Ну, хорошая цель, хорошая, ну, я бы так сказала. А насколько защищена эта система? Вот я понимаю, что вы специалисты, да, вы знаете, как это делать, но сейчас очень как-то легко все взламывают и портят, и там исправляют. Насколько вот вы работаете над безопасностью вашего проекта? Скажем так, у нас нет основы как бы проблемы на текущий момент, связанной с тем, что у нас кто-то данные украсть может. Мы наоборот, мы их раздаем, потому что мы их собираем, обрабатываем. И сейчас мы уже начинаем сотрудничать с другими организациями, которым мы говорим, хорошо, берите, анализируйте, используйте это. Вот, то есть мы не берем чего-то секретного. Вот. И да, я понимаю, что вы работаете на сегодняшний день с открытыми источниками, с той информацией, которую, в общем-то, обычный пользователь может и сам найти, да, только более там, сложным путем. Но мы делали оценки, длительным. Допустим, для юриста, для того, чтобы сделать там какой-то анализ при участии в тендерах Прозора, ему надо несколько, ну, наверное, десятка часов было бы потратить. Mm-hmm. И мы хотим свести этот показатель до меньше часа. Mm-hmm. Вот, то есть до, может быть, 40 или там 20 минут в каких-то, ну, таких прозрачных случаях. Как вот. Можно будет пользоваться этим ресурсом? Бесплатно? Легко ли? Там нужно регистрироваться? Сейчас все открыто. И мы планируем это оставлять в таком открытом виде. То есть будут, конечно, платные какие-то сервисы, может быть, модули какие-то аналитики, или мы планируем сейчас, ну, как бы у нас в планах, то есть это не то, чем мы сейчас имеем возможность заняться при тех ресурсах, которые есть, но мы хотели бы сделать инструмент, который автоматически собирает, там, допустим, бумажки какие-то,
разрешений или еще что-то, если там, ну, для участия в тендере или для каких-то других целей. У нас есть, допустим, сейчас вот ЕГАП, это один из инкубаторов, в котором мы участвуем, они, ну, вот, как это, мы пытаемся найти какой-то общий язык для того, чтобы получить доступ к патентному архиву, не архиву, а реестру. И мы будем создавать сервис, который будет позволять людям оплачивать. Ну, вот за, ну, патенты надо продлять там через какое-то время. Автоматически это делать. Да, автоматически, да. И мы будем давать сервис, за который, я думаю, что люди будут готовы платить там дополнительные деньги именно за саму часть, которая снимает с них необходимость ходить где-то, какую-то бумажку заполнять или помнить, какой конкретный день. Вот. Но, в принципе, сейчас я вижу, что основной наш, как бы, источник взаимодействия будет это подготовка аналитики, потому что у нас есть компании, которым интересны какие-то исследования рынка, или, может быть, которые хотели бы понять свою долю, свой размер и так далее. Вот. И для бизнеса это очень важная информация. Стоит ли им заходить в такой регион или другой? А вы говорите, в будущем времени мы будем, он не работает еще этот проект или частично работает? Все в динамике находится. То есть у нас есть какая-то публичная часть. Вот буквально через несколько дней будет релиз. Релиз – это выпуск обновления, связанные с Прозоро. То есть у нас уже есть нарисованные все вещи, данные собраны, их надо опубликовать только на сайте. Вот. Сейчас в процессе заканчивается процесс регистрации информационного агентства, которое будет предоставлять данные журналистам, для того, чтобы они могли работать. Вот. И плюс еще мы развиваемся, то есть мы создаем инструменты на запросах конкретных людей, которые говорят, вот нам надо извлечь вот такую-то информацию. И мы для них готовим, и наше, так сказать, медиапокрытие еще, ну, небольшое, мы по Днепропетровску и в каких-то еще там городах видны, представлены. Я думаю, чем больше будет вот совместного взаимодействия, тем больше будет инструментов создаваться и доступно быть для, ну, прежде всего, журналистов. Ну и не могу не спросить, вы сказали о том, что вы работаете на волонтерских подставах, засадах, да? Сейчас нуждаетесь в чем-то? Нужна какая-то помощь? Возможно, вам нужны какие-то материальные средства? Безусловно. То есть у нас есть специальная страница на сайте, где написано, как вы можете помочь, поучаствовать. То есть прежде всего, нам нужны люди, которые хотели бы, которые разделяют наши ценности. Вот. То есть участие работой, да, могли бы? Не только. То есть я против того, чтобы мы получали, допустим, финансирование, которое у нас есть, огромное количество план работ, под которые мы бы хотели бы получать. Но я против того, чтобы мы получали деньги от людей, которые не заинтересованы в открытии, в изменениях в Украине и так далее. То есть это получается какая-то корпоративная продажа. Да. Вот. Для меня, верно, прежде всего важна идеологическая часть. Мне важна вера людей в то, что в Украине можно что-то поменять. И сейчас у меня есть какое-то количество айтишников, то есть программистов, с которыми мы взаимодействуем, которые помогают нам и так далее. Но у меня, допустим, нету аналитиков, которых я хотел бы создать школу аналитики для того, чтобы работать. Вот я готов принимать финансы для того, чтобы создавать вот такие какие-то особые проекты. У меня есть конкретный перечень, который я не потяну сам. То есть сейчас я из своих денег, отложенных и так далее, то есть я как инвестор основной выступаю. Вот. Я говорил, что с нами как бы проявили интерес работать некоторые там министерства, вот, собственно, в рамках ЕГАП, вот, Министерство экономического развития и так далее, вот, но мы подаем заявки на гранты, мы пытаемся это сделать, мы пытаемся расширить, и я вначале пытался создать что-то свое, вот такое небольшое,
А сейчас я понимаю, что это масштабируемо, что можно сделать больше. И, конечно, хотелось бы за единицу времени иметь большего прогресса, и поэтому я готов обсуждать. Ну, мне кажется, что тема классически грантовая такая для зарубежных вот компаний. Мне кажется, что вкладывают сейчас в Украину именно для подобных проектов, возможно, найти. Интерес. Да, я вижу. Я вижу какой-то интерес. Вот, и я вижу, что как бы не всегда эти фонды, они понимают, во что конкретно они вкладываются. Вот я учусь с ними работать. Точно так же, как, ну, то есть я раньше был программистом, я себя называл. Сейчас я больше, наверное, как-то по электронной демократии нарабатываю себе вот этот какой-то опыт, связываю людей. Очень частая ситуация получается, когда кто-то обращается, говорит, а вот мы хотим, я не знаю, вот я в родительском комитете школы сейчас состою, директор ко мне обратилась, говорит, а есть у тебя архитектор, которые готовы были помочь, поучаствовать. Вот мы хотим там какую-то облагородить, какую-то небольшую при школе территорию. Я сам никакого навыка не имею. Но есть люди, которые заинтересованы, урбанисты такие, которые профессионально работают в этой сфере, и они проявили интерес вот как-то так. Супер. Ну, мне кажется, что это очень интересный проект. Я желаю, чтобы у вас все получилось и развивалось, и это приносило, что идея хорошая, пусть это приносит пользу. И контакты ваши есть, будем следить за вашим развитием, и вы нас тоже держите в курсе. Да, очень приятно было побеседовать с вами. Спасибо большое. До свидания.